Лекции об искусстве, 15 кинопоказов и дегустация вина. 6 февраля в Красноярске стартует российско-итальянский фестиваль кино. В программе не только фильмы победителей крупнейших мировых фестивалей, но и работы молодых и независимых режиссеров. Сегодня сразу после новостей в студии 7 говорим о кино и культуре Италии. Очень много действительно фильмов о конфликтах, о пустяковых конфликтах, о конфликтах на религиозной почве, о каких-то эмоциональных несовпадениях героев и как они пытаются эти свои внутренние проблемы, нерешенные противоречия преодолеть. И все это действительно под обложкой часто легкой фривольной комедии или наоборот душераздирающей драмы.